Впечатление еще ярче по одной простой причине. Во-первых, нас опять пригласили. Это организаторам огромное спасибо. Во-вторых, очень много команд появилось в этом году. Вот, турнир растянулся на 2 дня вместо одного. И это дает возможность всем участникам турнира немножко передохнуть, пообщаться с друг другом, потому что на самом деле обилие тех игроков, которые находятся на поле, ну как игроков, ветеранов я уже имею в виду, людей, прошедших премьер-лигу разных стран, это незаменимое вообще общение, как говорится, после футбольной жизни, ну как я имею в виду, не профессиональной жизни, а ветеранской. И вы знаете, позитив сплошь и рядом, начиная с болельщиков и общением с ветеранами, очень приятно. И не буду однократно повторять, что большое спасибо за этот турнир, потому что он объединяет, и люди с удовольствием сюда едут. Вот эти 2 дня, он настолько наполнен воспоминаниями и хорошими позитивными моментами, общением, что да, на поле мы, конечно, скажем так, враги, ну, потому что даже были такие моменты, что ну, такие серьезные стыки были, но все равно это с огромным уважением относится друг к другу, и всегда приятно находиться здесь. Я бы не говорил бы соперникам, я бы говорил своим, наверное, коллегам и друзьям по полю соперникам, вот, и здоровья, огромного здоровья, удачи по жизни и побольше вот таких турниров и пожелания для этого турнира, чтобы он только развивался, рос и выходил на еще больше высокий уровень.